Такс. Забор Гонзалес, механик, прибыл на станцию. Welcome to the station, crew. А, пошли устроимся на работу. Так, у нас же появились админы теперь. О, видите? Пациент, на но из них Prime Staffовский один. Жена Кадима, студент-врач, прибыл на станцию. Морел заиграли Курон, вирусолог, Имха, вирусолог крайне слаб. Ботанов бафнули, а вирусолог снова. Я посмотрел на какой-нибудь убер-вирус исполнения антага вирусолога. Бля, лагает? Оу, ебать. Воу. Лагаем. Вообще пиздец по-страшному лагаем. Азиз скачает, блядь. И он вообще не заходит, ебать. Внимание, экипажу станции. Капитан Леонитюр зашел на борт. Леонитюр, каптин, прибыл на станцию. Заказ на подарок. Кому форму дать? Там от этого лагало. Борис Николаев, ассистент, прибыл на станцию. Привет, старик. Здорово, Слег. Спасибо, что принял внеплановую эстафету, не оставив нас в этот пятничный вечер. Вот. Хорошего стрима. Спасибо тебе большое за 200. Ну чё, почилим сегодня. Да, без вебки стримить вообще можно хоть, блядь, all day, пацаны. Вот, но я не люблю. Я люблю, типа, знаете, спасибо, там с вебочкой, спасибо. Там, ну, чтобы вы меня видели, там, улыбаться вам, посмеяться, вот это вот все. Ебать, мы телепузики. Инстаграм билет? Что? Что это такое? Все цветные. Билет нового сотрудника на борту. О, блядь, такого я не помню. Чё-то добавили новое. Спасибо большое за поддержку. Спасибо за донейшн. Условия знаешь. Какая профессия лучше, чтобы поиграть в РП-игру? Вопрос исторически с иронией. Честно? Самый РП-роль, наверное, это, ну вот прям супер РП устроить. Тогда жду отчет. Бля, у меня нет такого представления. На любой роли можно. Зачем нам тебе, ну зачем тебе вебка, если ты не целуешь? Слушай, ну так, знаешь, сначала от поцелуев, потом можно до страшного дойти, блядь. Оскар. Действительно. Приветики. Дошли ко мне. Что это за слово вообще такое, шликать, типа? Ну где ты его взяла, Моника? Да. Где ты это набралась? Кто тебя научил? ЕРП с вебкой. Мим самый РП-роль, потому что у тебя буквально нет ничего, кроме РП. Фотографии. Хорошо. Капти, инздес канункемент, приветствую вас, уважаемый экипаж. Цель не на будет. Сегодняшнюю смену ну, это щиты всем хорошей и продуктивной работы. Капти, ин леонитюр. Жуковец, гражданский, прибыл будет. На станцию. Будет. Я спец по отчетам. Куплю солнечные очки, Дорна. Алло. Ну что ж. Что ж. Посмотрим тогда. Какой ты куда звонишь? Что? Что? Да не ты. Лысик. Лысик. Спасибо. Это так мило звучит. Здрасте. Здрасте. Мне нужна работа. Мне нужна работа. Могу продать. Я хочу исследователем. Привет, привет. Я хочу исследователем в гейт. Дэвид Селезнёв, студент-учёный, прибыл на станцию. Ну, твои уже. Можно попросить вас на датчик? Мне очень нужна эта работа. Дадите бланк. Дадите бланк.
Главный врач Десканункемент. Пожалуйста. Экипаж, рекомендую пожалуйста. Вам перевести датчики в третий режим. Главный врач Олег Креветков. Все на потух свет. Есть опция восстановить питание. Пиздец. Пиздец, говорит. Завыли, блядь. Закройте пожалуйста. А если я? Пожалуйста. Собаки. Группа. Группа. На куски не порвет, пока ты его заполнять будешь. Собрание. Ну не оно влюблю и Баржиков. А ты его и не будет грубо. Но ты учти. Ужасная физиология временного остановка обеспечения энергии. Я быстро. Я быстро. Блять, паста нужна. Ведите себя нормально. Хоп. Хоп. Огласите еще список профессий. Еще быть, будут любить. Огласите еще список профессий. По, срочно паста нужна, блять. Срочно паста нужна. Это природа. Нет, нет, нет. Мне нужна паста про исследователя. Хитро. Хитро. Ну что ж. Природа это я. Нет, не знаю. Здорово. Работяги. Я нет. Там вкидывал проходочку. Прямо перед раундом закончился месяцок. Впиши, не забудь, пожалуйста. И буду развлекать народ на лучшем мемесе. А пока пойду дальше культурно проводить время. А, голосов, блядь, а голове миллиард, всех я с ума хорошего скажу. Настроения и хорошего стрима. Блядь. Имею опыт. Имею базу. Умею выживать. Знаю все тонкости работы. Готов на любые проверки. Больше не нужны. Нужны ученые. Прошел войну. О, хорош. Шахтеры. Да не, ничего. Готово. Готово, хоп. Готово, хоп. Библиотекари. Спасибо за 50 большое. Я сейчас перечитаю твое сообщение. Я прочитаю, сейчас не переживай, я про тебя не забыл. Ну все. Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише, отец. Так о чем я? Я заполнил. Я заполнил. Гангухрвда. А, подпись «Время», блядь. Ага. Не понял. Блять, я забыл. Тише, тише, тише. Что? А, стойте. Ты поняла. Вы говорите, стойте. Что имеете базу. Да. 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 Подписи, подписи. Подписи. Дайте подписи. Ты что? Дайте подписи. Что ты про моего космопапу сказала? Нет. База это основа. База это основа. Понимаете? 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 Это как закладка. Фундамент. Это как закладка, фундамент. Понял. А базу чего вы имеете? Ага. Базу. Основу чего? Базу исследователя. Базу исследователя. Ну пусть будет тогда базированный исследователь. Отлично. Отлично. Супер. Супер. Да дайте ему уже исследователя. Щит, когда в последний раз был на межгалактическом показе. Внимание! Биологическая угроза на станции обнаружена вредоносной грибок. База, безусловно, абсолютное знание умения. Возможно, загрязнение некоторых структур станции. А вот не надо. Блять, очередь как в поликлинике, слава богу, я первый. Как сами себя идите и галите. А меня не надо.
очередь пойду. Точно. Так. Так его хоп. И на... Я вам профессию выдал. Нет еще. Нет еще. И напоследок. И напоследок, хоп, база. Безусловные абсолютные знания и умения. Кинул, блядь. Нам еще куда? Смотри, не перепутай. Да так, отправляй. Ага. Ага. Еще перчатки важны. На ходу придумал. А нам пончиков. Скажем так. Скажем так. В моей голове иногда сидят непризнанные гении. В моей голове иногда сидят непризнанные гении. Удачи. Удачи. И спасибо. И спасибо. Привет, Иви. Привет, привет. Тебе хорошего просмотра. Привет, гений, блядь. Так, пошли, короче, медицину сразу возьмем. Инженеры, а можно немного электродов? Даже не приметь. Карма прямо задыхается без... Мне точно к вам. Мне точно к вам. Я исследователь. Я исследователь. Нужна медицина. Нужна медицина. За медикаментами. Да. Да. Иду. Сейчас я бы про людей в голове работодателю не говорил. Вам в пластырях или в мендерах? Мендеры. Мендеры. Быстро и удобно. Быстро и удобно. Если еще можно, пакет, пакетик крови. Если еще можно, пакетик крови. Несколько таблеток. Несколько таблеток. Ну, пластыри в бою работают лучше, например. Кто это, ваша тетя Света? Тетя Света, блядь. Это ваша база сейчас с нами в комнате? Деятельность от минус. Надеемся, что фамилия у тети Света не Тесла. Главное, чтобы тетя Тесла не ушла. Таблетницу сейчас дам тоже. Давайте. Давайте. Еще гражданин, да, секундочку, Джос Пеппер, сейчас, секундочку. Главный инженер с дисконунками. Зару, братьяк, я втащил проходочку прямо перед раз, закончился месяцом. Пиши, не забудь, пожалуйста, и буду за контролем, потому что у меня есть, я пока приду в культурном бродерем бухать. Слава, да, Энте. Хорошо, впишу тебе. Главный какой у тебя там, Синдзи Бипкерс. Этот, Сикей. А ваша тетя Света, кто тетя Тесли? Предложение такое себе. Все. Шины. Да. Да. Уголь. Да. Да. Да, вот это СМО, блядь. Вообще, как родного сына собирает в поход. Вы знаете? Вы знаете. Вы так добры. Вы так добры ко мне. Вы меня словно как отец собираете. Вы меня словно как отец собираете. Да я такой. Оповещение. Обнаружено Яностевск 50. Все, больше не дам. А я больше не прошу. Удачи. А я и не прошу больше. Привет. Спасибо. Спасибо. И вам. Да я сейчас все соберу. Сейчас еще надо заказать в карго перчаточку. Вот, я думаю, потом подик еще возьмем, полетаем по космосу. Бедняги. Бедняги. Они до сих пор стоят там. Да вообще. О, блин. Ой, бедняги. Орут только. Дарова. А? Дай фонарик. А то темно. Эмулятор МФЦ, блин. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Добрый. Мне, пожалуйста... Мне, пожалуйста. Перчатки. Перчатки.
Фонарик. Фонарик. Поясок для инструментов. Поясок для инструментов. Перчатки без пальцев только можем предложить. Пойдут любые. Пойдут любые. Не резинки? Не резинки 7. Мне пахой. Он заснул. Это драка пошла. У меня 6, кстати, к сожалению. Я к ним сам скажу. Конечно. Все. Конечно. Думали, гражданский. Все будет. Закажите только. В гейт. Убивают. Что за крики? Выйдите. Очки бы еще. Из очереди. Эстель убивает. Очки бы еще сварочные. У меня 5 тикет. Прошу, выйдите из очереди. Уходи из очереди. Есть маски только. Подойдет. Пойдет. Подойдет. Угу. Вам что-то непонятно. Спасибо. Спасибо. Прошу покинуть очередь. Они, блядь, подянуться не могут. Прошу прощения. Бля, мы так с ним угарно друг на друга пошли. Так, вот они. Блядь. Да блядь. Эй. Можешь помочь? Можешь помочь. Чати. Вот они нужны. Вот они нужны. А он мне перчи не дал, кстати. Я заказал. Я заказал в карго, да. А ты у нас. А вижу. Ага. Ага. Секунду дай. Даю. Даю. Ты такие добрые сегодня. Думаю, РНД должно быть сучье для баланса. Нормальная станция. Мэн, так? Не, мы просто, мы сейчас пойдем в гейт умирать. Мы умрем, я думаю, можно будет немножко пошалить. А ну-ка! Пойдет. Пойдет. А, спасибо. Спасибо. Я как Ридик теперь. СМО, где вас можно найти? Генки или Лева, чуть тихо. Ну да, пока что с нулевой тихо. Надо Рик взять. Инженеры, где свет? Какой свет? На месте уже. Возьми. Чаще будет. Ха-ха. Посмотрите, Ленин не пустые нужен. О, там перчатки есть, кстати. О, сюда. Сюда. Это нам надо. А это какие? Нормальные, настоящие. Ну, конечно, настоящие, парни. Они, эта резина обеспечивает надежную защиту. Что? Что? Ну, я вставай через минут 10. База. Ну, хочется ем. Это запрещено. Мой топор у меня, не завидуй. Мой топор. Как
есть яркие звезды в моей системе. По-моему, запрещено вытаскивать его. Скучаешь по дому? Скучаешь по дому? А это фейки, да? А куда я его заберу? Дождемся тогда Скарга. Не особо. Но я могу ошибаться. Может ввязаться во что-то хочет. Но там у тебя она хотя бы была. Зачницу. Все равно, что говорить, у нас тут инженер с бухованным гуляет. Откуда вы, исследователи, топор? А почему мне глаза не сияют, кстати? Бак? Нашел! Я нашел его. Они должны сиять, типа, они не сияют. Баганулись, что ли? Где? Заисследовал, я не знаю. А перчи настоящие. Вам ритму ответить. Не, вы меня наебываете. Ну, я не верю, я лучше заберу. Я сейчас сам, блядь, переведу себе. Коллеги, можете поздравить. Ага. Я уже почти не кручу. Они don't feel like rubber. Вот это вот часть меня смущает. Мне желательно ответить точно. Эта часть меня смущает, ребята. Они не резиновые. А че, телепортерная забалтирована? Фейки, фейки. А вот теперь глаза сияют, кстати, ну или кажется, блин. Осталось пройти километровую очередь. Одной рукой. Мороженое. Он знает, он понял. Он понял! Да, эта еда мне не подходит. Инженеры, подойдите камеру, где лапы не поменяют. Не-а. Эф. Не-а. В сутках. Не. Бегу. Заперли меня. Перелазь. Перелазь. Пошли за гитганом теперь. Да возьмем с собой, да возьмем. Поваров нету. Блять, везде очереди, ебаный в рот. Ком с топором перемать. Мне нужен слушатель на пушку. Всего 500 кредитов и сделка закрыта в лучшем виде. Возвращайте стаканы в бар. Пожалуйста. Тоже по карточкам. Слава! Мерлоу! Мерлоу, блядь. Мерлоу. А что не так с грузчиками и мемами? Так. Держи. Сука. Эбби. Да блять, вот с уебан. Олеха, держи руку, лоба нихуя. И тут очередь. Добрый вечер. Сыкула. Я последний. А? Но они грузчики и мимо. Сам понимаешь, топорик то холод. Это инструмент. Да. Нельзя вот и все. Здорово, Асма. Я тебе модером сделал, блядь. Что-то я не видел, что у тебя випка сделай не модер. Ты первый был. Дал тебе модерку. Один момент. И доступ к банам тоже тебе открыл, вроде. Где написано, что это контрабанда? 4. Это ебать, холодное где? Оружие. Кто говорит про контру? Нет. Да. Не-не-не, Моника, нельзя тебе отдыхать. Что? Работай. Жизнь. Инструмент. Работай. Это просто опасная. Работай. Штучка. Если зачем вы им можете рубить. Ваши проблемы. Но что же опасен? Лучше сдай нам, пока бесиком не задел. Бейте. Он исследователь. Да, в тех хеликоптер можно. Конечно, можно. Нет.
Да. И отвертки можно было подкнуть. Блять, симулятор стояния в очереди, я в ахуе. Господа, да. Не забывайте про датчики. Поставьте их. Верно или чё? Ну, я с этим не помогу. А как он ломит? А ты ещё так останешься его с... Не, Дарк, нельзя. Нам еще ничего не приносили, вообще. А что нам за это будет? Зачем он вам тут? Ресурсы у роба есть. И очередь проебать. Вы понимаете. Мне на мейн зашел. На прайме. У нас на прайме еще онлайн, блять, 84 человека. Под битком сервак забит. Битком нахуй. Да, подожди, база. Или так, или по статье. Сразу. Я сейчас ухожу. Хотите зайти? У аппарата, говорите. Я второй. Может, глава персонала СДС Канункина. Владелец билета 8, подойдите к стойке ГП. Ебать. Глава персонала Иван Грифонов. Там еще все по тикетам строго. Ебать, там очередь у хопа. Вы либо сдаете сейчас, либо пройдете в блин. У меня и бумажки есть. Даже кормили. Потом вернем. Какой? Сыкула. Пошли в блин. Да вы забили. Этих топоров тут до пизды. Нет. А вы ко мне приебались? Ага. Очень много. Спрят. Ну что там? Идемте. Вон там у повара нож. Говорите. А у бармена дробовик. Дарт Рок, спасибо тебе за полгода. Благодарю тебя, друг. Спасибо огромное. Огромнейшее тебе спасибо. Спасибочки. Огромнейшее спасибо. Внимание. Аномалия на скалерах дальнего действия. Обнаружена нестабильная Blue Space аномалия. Предполагаемая локация. Телепортер. Мы просили, ты отказался. Однажды директора исследований спросили, как он делал динамик, а он ответил 5 песка 4 порта. Гений! Неплохо, гений! Пизда, СБшнику. Вы чё? Ну хотя, ну типа, ну он опасности. Ну а зелёный кот, типа, тазером, ой, этим. Четыре статья владения топором. Маркус Гавроров украл мой топор. Зато очередь меньше. Зато очередь меньше. Продажный. Нет, чел, ты не заметил название стрима? Я только... Вот я дрянь. Проснулся не так давно. Он наш брат. А. Наверное, ему нужно не жадничать. О. Побей ту. О. О. Возьми гитган. Держите в курсе. Возьми гейтган. Мне тоже. Мне тоже. Меня больше гаранты интересует. Хай. Они тут завтра будут. Как завтра? Аномалый алерт массиве Blue Space Translocation Detected. Солнце. Вот и три гейтгана. Я себе как-то сделал гранату. Гейтганы! Солнце, говоришь? Очередь. Операционная теперь в кабинете капитана. СБ там шокером Гоголь-то бьют на мостике. Они что есть. Что произошло? Тогда четыре. Уже да. Эти инструменты собрать. Казнить всех ученых к чертям. Операции. Проводим там. Привет. Дал, походу, на мостике. Нельзя добавить профессию гейтера со старта? Ну, вообще можно в теории, но, блять, так-то интереснее в очереди стоять, не? Я тебе сейчас гранату в отдел закину за такой базар. Это ж ролплей, ребята, ролплей. А, неплохо. Да, Даган, у меня в сумке. Хоть народу, блять. Что сделал каннибал, когда поймал охотника? Вау.
Капитан Моль. Охотничий колбас. Начал разводить когти. Да, и дай перчи, я помню, помню. Эфи. А вы где? На мостике. Наверное, все еще штаб психотдела где-то для исследований. Не туда, блядь. На Е нажимаешь, он туда вообще идет. Кто на клоуне играет? Не знаю. Надо посмотреть. Ну, кто должен быть здесь? Да, бля, все съели нахуй. Сука, ничего не оставили, бля, даже объедков. Блять, а. Фонарик у меня есть. Хотя бы овощ не ест. Рацию можно будет взять. Очередь меньше не стало. Ёбаный в рот, блять. Да, это жестко. Ученые, подойдите к стойке. Спасибо. Скучная музыка. Да. Все, ну, что, спасибо. Ящик. Молодцы. Меня обождите. Повара, стойку откройте. Так, ну проходим. Наши там не ушли еще? Ушли. Любишь шпроты? Ё-моё. Привет, латвийский шпрот. Спасибо за 5 евро. Ты знаешь, я вообще рыбу не особо люблю, но последний раз я ел шпроты, наверное, в детстве. Как раз таки, может, латвийский, я даже не помню. Типа, я просто по рыбе не особо. Вот. Но вообще, если где-то, блин, ну, может, где-то если пить, может быть, типа, ну, знаешь, там на хлеб их положить, в масле вот это все. Разберемся. Разберемся. Нужно опять нашим дяде играть. Ну да. Слушай. А? Привет. А? Да. Да. Привет. Привет. Да похуй, сосы не берет больше. Робо готова отслужить быстрее в стойке. Так. Так. Давай, я заплачу, а вы меня с собой возьмете. Но так незаметно. Не надо платить. Не надо платить. Бери. Бери. Шахтерик. Да, даже мимозу не ел, не мимозу тоже не люблю. И вообще, ну, типа, я только красную рыбу. И то редко. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Да, медикаменты я взял. Я за едой. Я за едой. И мультитулочку надо взять. Клоун. Сотрудник Рональд Молдер, гражданский, причем при хранилище. Уводите его. Пройдемте с нами. Альфа в баре. По словам, и повар сломал голопад. Ебать. Макбусы, да, это уже лишний. Пофиг. Пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Ребята, еще 2 минуты, и вы нарушите свое эссе. Сотая статья. Кто кормил крокодила попкорном? Бэт, дайте еды. Ты ящер, где еда? Дайте еды. Где еда? Блять, как мышь буду сыром питаться, блять. Я еще никуда не ухожу. Я за пушкой.
Я еще никуда не ухожу. Вообще, вы знаете, типа... я помню, однажды я попробовал консервированную рыбу, кажется, килька в томате. И там был настолько, вот этот томатный соус настолько ядреным, что мне реально это показалось вкусно. Это было в детстве, опять же. Ну, типа, ну как в детстве, может, лет 10 мне было, да, вот так, типа, 12. Не в раннем детстве, а в среднем детстве. Так. Я бы выбрал потемнее. А инженеры есть? О. Эрготехник гоняет. А инженер есть? О. О. Да. Дайте мультитул. Пожалуйста. Дайте мультитул, пожалуйста. Крутый бай, я сам рыбу не ем, но копченая рыба, которую можно целиком есть и не бояться костей горла, это еще и масло в кайф. Ну да, есть такое, наверное. Бабки есть. Сосиску будешь? Ну вы идете, нет. Или водочка. Сосиску будешь? Ха-ха. Хоп-войте клоуна за дискриминацию. Сойдет. Жди. Окей. Окей. И к автомате единственные консервы, которым я норм. Я просто, ну, особо говорю, к рыбе у меня не стоит на рыбу, короче, у меня. Я больше по мясу. Спасибо. Удачи. Спасибо. Как вы могли? Однажды в кильке такой кусок крысиной челюсти с зубами шерсти нашел. Ммм, вкусно было. Капитан, ебать, что? Уважайте старость. Не ну тебе вас там никто не держит. Мы умираем в голодухе. Я сарпа, есть я сарпа. Так, сходи в кафетерий. Куда они свалили? Я, в принципе, готов. Кто? Сера, батарейки появились. Я в целом готов. Все. Против масс единственный продукт, который я воспринимаю. Я лечу, братаны. Появились. Ну, бля, ну у шпротов у них есть тоже такой я специфичный рыбий вкус, типа, вот прям. Их можно, наверное, поесть, но я говорю, я бы, допустим, если бы мне дали выбор, я бы, наверное, готова. Не выбрал. А если за неимением ничего, съел бы, наверное. Почему я не знаю. Уступаю старушкам на шатле? Потому что бабки это не главное. Евгения Швец, подойдите в карту. Так раз еще. И остальные деятели. На один, два, тоже. Пушка есть. Бегу. Варген, выпьет. Я готов. Я готов. Я тоже. На финише. Ныряем. Ныряем. Еще двое. Бегу. Граци. Взял. Взял. Опа. Опа. Прием, прием. Пойдем, пойдем. Нет. Пойдем. Пойдем. Стой. Первый пошел. Ну, мясо, так мясо. Закажи себе стейк Один в 969. Ё-моё, это что такое? Спасибо большое за 10 евро. Что такое у плюс 1F 969? Ну пошли. Ну пошли, летим. Вы ебнулись. Опачки, а вот и клоун с нами. Ну что, клоун? Чё орёшь? Спасибо большое тебе, латвийский шпрот, за 10 евро. Спасибо большое. Спасибо. Но ради тебя, если ты попросил шпротик сесть, я бы, думаю, съел бы. Как тут воздух есть? Спасибо, друг. Я помню у тебя. Ты говорил, что тебе нравятся мои ушки, в которых я стримил. Ха-ха.
Похоже на шахту. Похоже на шахту. Шахту. Стойте. Стойте. Стоять. Где выход? Она свежая. Засохшая. Она свежая. Страшно. Или засохшая. Или засохшая. It's dry and crusty. Dry, сухое? Сухая. Сухая, ага. Ага, показалось. Сухая. Показалось. Мушки, зачет БТВ. Ладно, постримлю никак хоть еще раз на какой-нибудь праздник. Аномалия на сканерах дальнего действия обнаружена. Сухая, гравитационная аномалия. А. Предполагаемая локация. Вот и трупы, блядь. Вот и трупы. Ух, бля. У них неплохие риги. У них неплохие рейги. Неа. Дай. Я поговорю. Да, тут я знаю, что тут синдикат. Фоткайте. С кем? Моё. Фоткайте. Зачет. Моё. Неа. Зачет. Неа. Дай коммуникатор. Тварь. Мало того, что затянули сюда. Так еще и скафандр отжали. Так ты сам прыгнул. Так еще и скафандр отжали. Так ты сам прыгнул. Так, донесся, девчонка. Че ты ноешь? Донесся, девчонка. Так есть скафандр. Че ты ноешь? Сто раз. Ага. Я не девчонка. Так, так. Я не девчонка. Так, так. Вот и не ной. Извиняйся. Не знаю, что нас там ждет. Не знаю, что там ждет нас. Но. Будьте осторожны. Принимаю. Будьте осторожны. Принимаю. Блять, там мина, слышь? Мина. За мной. Не толкайтесь. Не толкайтесь. А ее можно разминировать, кстати? Ой. Дайте ствол. Сука. Или труп можно кинуть, слышишь? У вас по два. Сказал за мной. В сторону. У меня ствол. В сторону. У меня ствол только в штанах. Вправо в трупу Ливула. Клоун, отойди. Клоун, отойди. Угу. Стоим. Все стоять. Можно кинуть клоуна. Блять. Этот мой. Этот мой. Ну что, пора раздеться, блядь. Одевайтесь. Ага. Судя по карте.
жестко, бро. Бро. Сигары. Медицина. Сигары. Покурить можно. Медицина. Покурить можно. Такс. За пушками. Пушки есть? Уже. Стойте тут. Пушки в чате? Так-так-так. 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 Ребятки. Ребятушки. Это клоун Шус или это просто фанат какой-то? Да фанат, наверное. Его ник... Гопсит. Ствол, то есть. Есть. Еще раз спрашиваю. Блякнуть архивами. Еще раз спрашиваю. Блякнуть архивами. Опа. Баллон. Опа. Я не знаю, повесится ли он сюда. Идут. Нет, этот не весится, шмалять. Только в руку, если. И тут я начинаю шмалять. Он поместился в этот, блядь, в сумку. Русский револьвер. Клоун. Берите шиты. Клоун, есть пушка. Клоун, есть пушка. Ага. Только аккуратно, блядь. Русский револьвер. Только аккуратно. Так. Сладости. Пончики. Сладости. Фу, горит. Медицина? Медицина. Пошли, идем. Идем. А где еще один? Перец. 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 Начальник. Ну давай. Ну давай. А что так медленно ходите? На велиревоксную ферьбу? Нет, просто... Из-за брони, скорее всего, или просто в гейте? Ты будто знала. Ну, вестерн, кайфовый гейт. Здорово, Лак. Здорово еще раз. Догадалась. Где наши? Где наши? Вы где все? Цел, выше левее. Черт. Черт. Цел. Не думал, что наступлю. Че там? Не думал, что задену. Вроде цел. Вроде цел. Да, вроде порядок. Да, вроде порядок. Двигаться. Мне кажется. Кокпитом. Мне кажется. Двигаться что-то не могу. Двигаться что-то не могу. По следу крови.
Что надо идти по следу крови? Сука, тупая. Блять. Вставай. Нам плохо. Блять. Там явно ничего не будет. Блять. Там явно ничего не будет. Пизда похоронила. Что, блять? Спаси. Чё с ним? Чё с ним? Ебля. Поэтому сканеру нихуя не поймешь. Поэтому сканеру нихуя не поймешь. Сука. Мутадон. Говно. Могу только угля дать. Чё чувствуешь? Могу только угля дать. Не стой, блядь. Я не контролирую себя. Чё чувствуешь, блядь? Пиздец. Я не контролирую себя. Где стреляю? Бывает. Отойди нахуй. Я поняла. Я поняла. За мной. Вот ствол, кстати, есть. Ну, ищем выход. Ну, ищем выход. Тебя я тут повара не брошу. Спрашивай повара. Манитол. Сальбутамол, блядь. А манитол от чего? Моча. Блядь, таблетки. Таблетки, выблядок. Я уронил. Блядь, она я тоже уронил, наступила. Сука. Блядь. Блядь. Стойте тише. Что уронил? Таблетки. Мины. Таблетки. За мной. Да. Пошел контент, да. И я вроде в порядке. Таблетки. Да куда? Херня. Так лучше. Так лучше. Блять. Блять. Не лучше. Не лучше. Синдром Туретта, короче, у меня, блядь. И контролируешь себя. Хуесос. А какие таблетки? А какие таблетки? Манитол выпил. Там двое, что ушли живы. Манитол выпил. Там двое, что ушли живы. Фида спаситель. Фида спаситель. От той суки. Не могу двигаться. Мутадон нужен скорее. Что там? Мутадон нужен скорее. Не могу двигаться. Есть у кого мутадон? Мы чуть не подохли. Есть у кого мутадон? Дайте мутадона, пожалуйста, пожи. Гасики, мутадончика, блять. Ну прости. Я вас всех ненавижу. Ну прости. Я вас всех пиздец. Ненавижу. Я первый. Пиздец. Вы за мной. Всех. Ты еще и на него наступила. Вы за мной. Похоже, нету. Ходим нахуй. Похоже, нету. Хуесос. 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 Пошел нахуй. Если увидишь кого-то из них. Если увидишь кого-то из них. Я не могу двигаться. На пол. Я не могу двигаться. Окей. Куда попадает гопник? Бля. После смерти. В адик. В адик, бля. Бля. Вот я слеп. Говно. Блять. Ща пройдет. Кашель. Папара-папа. Нам пизда. Так, то что происходит? Да что происходит, черт возьми? Я не хочу это гореть. Стоим. Не, пока поживем. Не, пока поживем. Нам пизда. Стоим. Ебля. Бля, один сдох. Одна. Двое сдохли. Сука. Выблядок. Они сдохли. Миднайт, ты видишь? Да, но я не могу двигаться, блядь. Они сдохли. Бля, еще сервак лагает, так просто пиздец, какие-то лаги, блядь. Да. Но я не могу двигаться. Жива пока еще. Жива пока еще. Я самое главное персона в этом путешествии. Говно. Лоун. Наступи на мину.
Чё? Наступи на мину. Чё? Ты как? Не буду. Блядь. Не буду. Нам пизда. Есть медицина. Да. Да. В сумке. В сумке. Эти мины должны слепить навечно. В моей сумке. Все есть. В моей сумке все есть. Бля, там клоуна застрелили, блять. Клоуна застрелили. Клоуна застрелили. Мертва. Мертва. Блять, я не могу нормально двигаться. Блять, я не могу нормально двигаться. Машину поймал. Хуево. Машину поймал. Нужен выход. Нужен выход. Блять! Блять, сатурная аномалия. Возьми ствол. 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 Главный врач детской да клиники. Я на спину. Я не могу, нужно предупрежу вас заранее. Позезья. Если вас укусит паук, даже если вам кажется, что еще это залутать. Пустяк, обязательно посетите медицинский отдел. Главный врач Олег Креветков. А может, у меня сейчас легче станет, кстати? Я проверю. Не, легче не стало. Где выход? Потом приду за тобой. На старорусском заговорил. Клоун. Клоун. Борг, 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 гон. Тащить тебя? Да. Да. Сам говно. Да, да не ты говно. Не ты говно. Блять! Хпитн. Борг, блять. Помоги ей, помоги ей! Помоги ей! Помоги! Это, блять, худший поход в гейт, блять! Они тупо все сдохли! Клоун. Клоун. Нам нужно вернуться туда, где мы ходили. Где аптечка? У меня в сумке. Нужно вернуться тут, где мы ходили. У меня в сумке. У меня в сумке. Все есть. У меня в сумке все есть. Иди. Блять. Блять. Помоги ей. Помоги ей. Борг, борг. Хуй. Сдохла она. Сдохла она. Блять. Ой, блядь. Обосравшись, блядь. Обосравшись. Борг. Блядь. Блядь. Борг, борг. Нам нужно вернуться в медблок. Блядь, это лучшая болезнь. Нам нужно вернуться в медблок. А, повесь мой рюкзак. Где он там был? Где он там был? Назад. Повесь мой рюкзак. Внимание! Уровень угрозы повышен до синегостанции. Получила надежные данные о возможной враждебной активности на борту. Служба безопасности может держать оружие на виду. А, нужно найти медблок. Нужно найти медблок. Нужно вылечить меня. Хуисос, нужно вылечить меня. Тут нет ничего. Точно должно быть. Только оперы. Точно должно быть. Я видел аптечку. Я видел птичку. Аптечку. Птичку. А? Борг, борг, борг. Это зона боевых действий. Это зона боевых действий. Борг, борг, борг. Схрес. Блять, помогите мне. Гон, блять, помогите мне. Хватит гавкать. Хватит! Застрелите меня! Хватит! Застрелите меня! Клоун направо! Сука! Борг, борг! Клоун, идем искать! Клоун, идем искать! Не будешь глазами! Гав, гав! Не будешь глазами! Гав, идем искать!
Идем искать. Борг. Назад. Говори, где агенты. Борг. Говори, где агенты. Да, блядь. Я стреляю. Да, блядь. Да, блядь. Я стреляю. Борг. Назад. 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 Борг. Вперед. Нет, назад, блядь. Нет. Клоун. Клоун. Борг. Клоун. Есть еще план. Возьми меня, клоун. Есть еще меня, клоун. Вернуться и за ригами. Вернуться и за ригами. Так. Так, а? Пошли. Веди его. Вот. Пошли. Туда, да. Крис, туда, да. Где риги? Где риги? Мины говори. И прямо. Прямо. Ниже. Борг, ниже. Не, иди. Иди. Борг. Налево. Борг. Налев. Борг. Налево. Борг. Миднайт. Выше. Выше. Право. Борг. После я тебя возьму. Быть. Дальше, клоун. Идем в дыру наверху. Идем в дыру наверху. Борг. Везите меня на стуле. Везите меня на стуле. Удобнее будет. Так удобнее будет. Нет, вверх. Назад, клоун. Где же? Вверх. Борг, назад, клоун. Вверх в дырку. Вверх в дырку. Налево. Дальше вверх. Сюда, да. Сюда. Открывай. Дай аптечки. Альбутамол. Согласен. Что там? Дайте аптечки. Хус-хуисус. Борг, штам. Суп. Нихуя там нет. Блядство. Тебе операцию надо. Нужны таблетки. Это нужно бледки. Борг. Ищем медбей. Ищем медбей. Ищем лазарет, блядь. Ищем лазарет. Долбёт. Блядь. Борг. После этого гейта Минайт Блэк стал полноценной бульпочкой. Ёбаный стул. Ёбаный ты. Я не ёбаный, блядь. Я не ёбаный. Я заболел. Борг. Я сблел. Гав. Заткнись. Я хочу выжить. А я не хочу. Веди меня. Борг. Веди меня. Кто меня сюда кинул? Не знаю. Точно не я, блядь. Не знаю. Не. Я тебе сейчас по мини покатаю. Ищи медбей, блядь. Ищи лазарет. Борг. Веди меня, мразь. Зачем ты обнимаешь меня? Чем ты обнимешь меня? Борг. Нашел медведь. Вы че молчите? Мы не молчим. Ты че, оглух? Вы че молчите? Я вас потерял. Молчим. Ты че? Я вас потерял. В смысле молчим? Рации, где ваши? Этот идиот болен. Рации, где ваши? Этот идиот.
собачьим вирусом. Собачьим вирусом. Стойте тут, я жрать хочу. Сейчас на четвереньках будет бежать. Стойте тут, я жрать хочу. Как ёбаная вульпа. А мне манитол нужен, да? Так. Дека. Мне что нужен, манитол, да, чат? Блять, а где манитол взять? Мутадон. Два юнита хватит, мутадон. Мне нужен... Мне нужен... Мута... Борг-борг-борг-дон. Мутдон, нукист. Борг-борг-борг. Блять, заткнись, клоун! Мутадон, гав-гав-гав-гав. Блять, заткнись, клоун! Заткнись! Мне нужен мутадон, гав-гав-гав-гав-гав. Заткнись! Заткнись, Борг! Сам заткнись! Я не могу заткнуться. Хуй. Я не могу заткнуться. Хус хуисус. Я не могу. Ты не в том положении, чтобы требовать что-то. Очевидно, что я лидер экспедиции. Да. Да. Так да. Что не перечь. Боже. Дже. Почему, когда я нахожусь... Риги есть у вас. На границах смерти? Почему, когда я нахожусь на границах смерти? Выход нашел. Единственный наш выход. Одевайтесь. Единственный наш выход. От клоун. Клоун, тебе придется одеть меня. Клоун, тебе придется одеть меня. Ну че? Пист. А ты шалун. Блять. Блять. То сначала требуешь взять тебя. Лист. То потом войди. Борг, борг, борг. Херня. То потом войди. Заткнись. А теперь одеть. Заткнись. А теперь одеть. Скнись. Замолчи. Замолчи. Одевай его. Баллоны большие. Одевай его. Баллон в сумке. Баллоны большие. Баллон у меня в сумке. Я свой спросил. Я свой спросил. Думал, не пригодится. Думал, не пригодится. Я готов, блять. Поехали. Пли. Пли. Блять. Так обратно. Блять. Так обратно. Входу. Давай. Давай, схрес. Не туда. Не тут. Баллон. Баллон. Я парализован. Я парализован. Клоун где? Клоун где? Ушел наверх, догонит. Ушел наверх, гнит. Ну, в чем выражается, что ты плохо ходишь? У меня поражение радиации, короче, и я парализован, типа, и мозг парализован. Обезопасьте все наружные входы и выходы, включая трубопроводы и вентиляцию. Умрет. А он так и хочет сделать. Включил баллон. Да. Включил баллон. Кивнул, блядь. Кивнуло. Как тебе генчики? Ебать, мужики, разъёб. Ну, весело, весело. Там шмальба. Вышел шмальба.
Внимание! Биологическая угроза на станции, обнаружен вредоносный грибок. Возможно, загрязнение некоторых структур. Нам нужно выбраться. Хуй. Хуй. Так, где мой чат? Так, где мой чат? Направляй. Прямо. Направляй. Вот джет. Вот джет. Борг, борг. Баллон отключился, меня просто парализует. Почему ты сам не хочешь? Потому что я парализован! Куда мы полетим? Куда мы полетим? Что ты задумал? Что ты задумал? На север. На север. А, я знаю этот гейт, это пиздец. Типа тут культисты. Нужны лекарства. Блять! Блять. Да уж. Нужны лекарства. Да уж. Нужны лекарства. Нужно их поискать. Херня. Нужно их пискать. Здорово, Малинобой, привет. Yes, Borg. Че, без вебки? Ну, я начал их сегодня. Я не собирался ничего подрубать. Мне Макс засаботировал к подрубу. Что тут? Слепой ведет хромого, блять, парализованного. Это похоже на... Это похоже. Borg. На блоки с рунами. Блоки с рунами. Что-то древнее. Блять, что древнее. Труп. Труп. Вот это кто? Синдикат. Это синдикт. Оперативник, по всей видимости. Она бронь. Оперативник, по всем видимости. Она бронь. Он же Интел, пацан, ну где-то так, да. Какие-то Гейт. Кристаллы. Кристаллы. Красные. Красные. Больше не вижу. Борг, борг, борг. Больше не вижу. Труп. Труп. Лево. Борг. Запад. Суд. Как надел Рик? Ну, у меня периодически отпускает, типа, но часто парализован. Периодически отпускает на пару секунд. Вот. Говно. Борг, борг, борг. Говно. Сейчас за трупом. Гон. Моча. Да, отсюда правда трудно выйти живым. Это правда, здесь уже очень аккуратно. Мне нужны лекарства. Кто тут культисты? Мне нужны лекарства. Кто тут культисты? Культисты? Культисты. Надо вернуться за клоуном. Руна же говоришь? Надо вернуться за клоуном. Руна же говоришь? Давненько не было.
Ты давненько не был. Борг. Но он нас не бросал. Но не бросал. Блять, что там? Борг. Блять, что? Где-то девка, которая печально просто тихла, да, Колывана, тихла. Кто там? Они похожи. Похожи на чертей каких-то. Уже на чертей каких-то. Я вообще перед носом не вижу ничего. Еще темно. Ага. Еще темно. Привет, дедушка. Здорово, дедуля. Догадывать будешь желание. А тут можно? Тут исполнитель желаний, типа? Никого. Вроде. Да, оно периодически будет, блядь, выбивать меня. А тебе не давали бутылку с акулином меди? Просто видел тебе бутылку какую-то. Это не акулин. Ебля. Лишь опять. Это... Ниже! Ниже. Оно. Я буду из рук его... У меня будет он падать. Пиздец. Из рук. Ствол. Пиздец. Здорово, Пикачу. Я тоже спал, блядь, старик. Я тоже недавно проснулся. Так что мы с тобой одной судьбы. Одной судьбы мы с тобой. Если мы дойдем. Да, я знаю, Футер. Если мы дойдем. Я не знаю, что мы. Юг север, да. Кто там? Там братцы. Я. Там что-то лежит. Ай, блядь, ай. Ай. Крест. Да, блядь. Блядь. Сук. Чё? Мне плохо. Чё? Мне плохо. Надо вернуться за клоуном. Вернуться с клоуном. Ты же ходишь. Нет. Не ходишь. Меня периодически. Парализует, блять. Херня. Парализует, блять. Внимание. Вернемся на станцию и вылечимся. Все угрозы для станции устранены. Нужно найти лекарство. Все оружие должно быть в сборе, и законы о конфиденциальности полностью соблюдаются. Внимание! Уровень угрозы повышен до Синегастанции. Получила надежные данные о возможной враждебной активности на борту. Не могу двигаться. Служба безопасности может держать оружие на виду. Вернемся на станцию, вылечимся. И за остальными. Поехали. Вы думаете, все-таки клоун сдох? Бля, страшно. Север. Север. Бля, вот. Ай, сука. Сук. Грызет меня. Вроде все. Херня. Борг. Вроде все. Бритген Ноун Кеммет. Кат был снова поднят в связи с нападением на члена экипажа. Каптиин Леонитюр.
Команда по спасению мира. Я проебал шлем. Мой шлем. Мой шлем. Где он? Борг, Борг. Где он? Борг. Где мой шлем, блядь? Там где-то. Там где-то. Поехали. Поехали. Борг, Борг. Да, у меня еще в сумке есть лишний. Сможешь труп тащить? Сможешь, сука, труп тащить? Нет. Нет. Парализует. Парализует. Долбоёб. Прости, я не хотел этого. Прости. Это Борг, не Борг, я. Борг, Борг, это не я. Я еще умру от смеха, блин. Ребята, я не знаю, как это получается. Пошел в хуй. Борг, Борг. Не могу двигаться. Не могу двигаться. Борг, Борг. Блять, как сказ, снять не нужно улучшение. А второй слепой, что ли? Да, блять. Восток. Восточнее. Точнее. Оно. Борг, Борг, Борг. Отверткой. Сборные дроны неопознанные хакеры Борг, взломали Борг, Борг. Систему контроля боевых это дронов, после мины. Оперируемых да. С борта, и Каян и Кар. В случае контакта с дронами проявляйте осторожность. Это после мины. Пизде. Синдик Чингуна. Борг, Борг, Борг. А тебе хуже не становится, нет. Что они там качают? Что они там качают? Если бы я знал. Если бы я знал. Борг. Борг, 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 Борг. Мы с этим Боргом уже забегаем. Таблетки, проверь. О, таблетки! Назад! Таблетки. Блять. Назад! Назад. Это оно, блять? Бери. Бери. Борг, Борг. Суй, блядь, суй мне их в рот, блять. Суй мне их. Это? Суй! Борг! Суй! Что это? Блять, я сам уже нахуй. Я не вижу. Я не вижу. Может, яд. Дай их мне. Может, яд. Дай мне их. Еще. Дай. Дай. Так. Так. Вроде лучше. Вроде лучше. Пушка есть? Дал одно. Пушка есть. Дал одно. А еще есть. А еще есть. Пушка мне нужна. Пушка нужна. Пушка нужна. Мне нужна пушка. Мне нужна пушка. Подойдет. Подойдет. Идем. Идем.
Вставай. Вставай. Если бы не таблетки? Если бы не таблетки. Были бы уже мертвы. Были бы уже мертвы. Да уж. Да уж. Тихо. Может, в банке Акулин был? Не было ничего вроде. Тихо. Стой. Что? Стой. Что? По стеночке. По стеночке. Хех. Надо клоуна спасти. Надо клоуна. Спасти. Спасти. Он же нам помог. Потом. Он же помогал нам. Он же помогал нам. И вообще. И вообще. Все тела нужно забрать. Придем за ним. Все тела нужно забрать. Придем за ним. Куда он свалил? Куда он свалил? Стой. Не ходи передо мной. Ладно. Не ходи передо мной. Ладно. Ты же, блядь, слепой. Ты же, блядь, слепой. Загадывай желание. Да, он тебя пристрелит, да, база. Надо пивко открыть, чат, да? Пятница же все-таки. У меня пивко есть, две баночки. Литовского Вольвовса Энгельмана. Я уже говорил, что сейчас, когда нет ничего немецкого, ничего чешского, это самый лучший выбор, который можно купить. Ну, я имею в виду у нас. Да, Энгельман вообще хорош, вы чё? Лёфи Бруне? Мне Лёфи слишком тяжёлое, оно какое-то слишком крепкое, это шель. Какую причину слепой, не знаю. Блять, ну и где ты, когда ты так нужен, бро? Блять, он же еще слепой. Беги. Беги. Беги, идиот. Ебать их там. В импорт хуйня, если цены покупаешь, для них наши Жигули тоже дорого. Вот я люблю варим сусло, дуб и обруч. У них качество выше. Он же, он живой, кстати. Он реально живой. Подожди, он меня, может, сейчас еще и спасет, блядь. Мне ноги нахуй подкусывали, блядь. Блядь, тут выход уже был, ебать! Сука. Быстрее в больничку нахуй. Выход же здесь. Мы успеем. Чего же вы себя не бережете?
Охуеть, я там все втанковал, говорит, что не бережете себя, блядь. Я все втанковал. Бля, меня первого надо, друг. Меня же первого надо, друг. Вот он. Вот он. Да, ебать. Блядь, пока живой. Быстрее, мед! Быстрее! Я еще не сгнил даже. Блять, кореш. Помогите, помогите. Розовые вызовы встают. Сейчас приду, чат. Клоуну ТП, а как его звали? Шустрила, да, кажется? Даю крови. Ботаники есть на станции. У вас вирус. Блять, он умер. Верните, клоуна. Блять, он умер. Ну не знаю. Ладно, думаю, новую сумочку можно тебе купить. Он умер, чат. А я открываю пиво от литовских братишек. Ебать, Хос ушел в пиво. Я, конечно, по мете дошел, но хоть вышли. У нас была слишком хуевая ситуация. Слишком хуевая. Алло. Подожди, Макс, что-то за звук у меня. Алло, алло. Алло. Привет. Алло. Здорово. Привет, как дела? Да хорошо, все, будешь еще раунд? Вот я думаю, если сейчас мы как-то его быстренько сократим, то у меня хватит времени сыграть. А если нет, то нет. Сейчас будет шаттл. Слышь, возникает вопрос, блядь. А ты видел, как я доминаторов ебу в жопу вообще? Да, жестко ебешь. Без воды. А знаешь почему? Ну-ка, ну ты там какие-то, я смотрел, обвесы пиздатые поставил. Да не совсем. Ну типа, да, живу я хорошо благодаря тому, что купил пиздатого робота, угу. Который меня чинит. А вот ебу, потому что, когда мне дали звание пилота, блядь, молодой челик, который там главный был на станции, говорит, да ебать, спасибо. Максон, вот тебе, блядь, пушка, нахуй, которая весит 120, блядь, килограмм. Это за квест тебе дали? Просто за звание. И ебёт, блядь, только так, нахуй, только в путь. И вот я решил, блядь, с ней гонять. А-а-а. Ну, я смотрел, ты по 120, не... по 130 с ударом. А ты сегодня 7 часов, да, ебашил в этот? Да, да. Я решил взяться серьезно, потому что, типа, ну, закрыть вопрос с космическими рейнджерами и потом перейти на Star Sector. Потом закрыть вопрос с Star Sector, а потом что-нибудь еще. А, Обливион, ты все закончил? Так, чел, что ты лишнего пиздишь, я не понимаю. Я говорю, серьезно, решил к вопросу. Угу, угу, угу. Священника вызрели! Дверь наэлектризована. Да знаю я. Недавно попробовал сербское пиво. Называется Лав или что-то такое. Или Лев, блядь. Тебе понравилось. Да, рекомендую, кстати. Оно, наверное, вам стоит вообще сущие копейки. Я тут пил сербское пиво за 75 динар. Стоит, получается, ну 40 рублей. Да. Ебать, ну как у нас, короче, классика. Типа, знаешь, наша вот эта отечественная. Только по-любому у вас уровень, типа, повыше будет. Такое, блядь, на самом деле. Да? Абсолютно такое же, да. Угу. Вставай. Я. Где я? Где я? Шашлык. На станции.
Так, подожди, я... Ебашь. Угу. А я... Мне ответили на тикет просто, я отвлекался. Пизда. Надо шаттл вызвать срочно. В космосе боевой дрон. Чуть не убил меня. Я живой? Я живой. Ага. А что было? А что было? Ничего не помню. Не знаю. Ничего не помню. Сердце остановилось. Нет, не отвечали, поняли. Понял, понял. Ага, у нас админов нету, блядь. Я гребнул Барри Ганату. Прослушал видео. Ничего не слышу. Ну чё ты как? Под пилот спит, что ли? Всё... Всё. Как-то странно. Ты мёртвым был всего минуту. Скорпик, можешь мне за шаттл зайти, ПЖ? Мёртвым? Я умер. Я умер. Конечно. Какой ужас, блядь. Какой ужас. Вы что это говорили? Полетел вперед. Ничего без страшного. Меня. Карга! Есть кто? Это вряд ли от мороженки. Я не вижу. Как? От мороженки. Ну, спасибо, помирал, что спас, получается. Секунду. Сейчас будем. Еле нашел. Приходи в бар. Пошли за клоуном. А где моя сумка? А где моя сумка? О нет, я туда не вернусь. О нет. Там. Я туда не вернусь. Я вам диски принес. Только мы. Вирусолог, ты где? Пойду в бар. Пойду в бар. Нужно выпить. Нужно выпить. Скоро. Возьми с собой пакет. Я за клоуном. Вернуть клоуна. Виллиан тут. Пустите мне до стихов восточных. Арча. Твоего нет. Мне они там гниют. Он должен довести домой. Повторить. Но ценник ты знаешь? А в этот брик, пожалуйста. Пошли, пока не поздно. Точно. Я заболел. У меня каша. Иду к тебе. СБ поникновение было в ксеноголубил. Кто-то провалил стяг. Вирусов не обнаружил. Скоро буду. Так. Так. Ну вроде оно. Ну вроде оно. Мы будем приходить на этого кошмары. Спасибо. Можешь идти. Спасибо. А... Слава. А где остальные? А где остальные? Вбейте мертвые. Твою идти мать. Не надо. Дорога протоптана. Хватит с меня. The emergency shuttle has been called. Да. Приоритетное оповещение. Был вызван эвакуационный шаттл. Порешали вопрос. Всё, шаттл вызвали, короче. Натуре скоро приедет. Я зафиксировал уже. Угу. Экстренная эвакуация. Вызов шаттла отслежен. Результаты можно посмотреть на любой консоли связи. А где клоун? Он умер. А, где же нахуй? Ой, блядь. Бля. Мне хватит. Не стоило это вести. Проникновение в бар. Ты жив? Я умер. Я умирал.
Я умирал. Был мертв минуту, как мне сказали. Уже умер? Был мертв минуту, как мне сказали. Ага. Успели спасти. Печально. Успели спасти. Остальные погибли. Остальные погибли. Все. Все. А я вот помощником Коринера устроил. А где их тело? Бармен, налейте пиво. И мы из-за этого не получим премию. Бармен, налейте пиво. Там. Там. Нету. Где спасение мы красносный труп? Где там? Где там? Где там? Где там? Спиздили все. Да. Пиво, пожалуйста. Я проклят, ты! Слава, Найт, ты еще на связи. На упокой! Забухло можно и капитану, и дежурно. Помолись за них. Спасибо. Все сперли? Ты мне дал пустую бутылку. Обнови речки. Ты мне дал пустую бутылку. Человек в крисе в техах меда на самом юге. Нету пива. Спиздили. Ужасно. Пропал датчик. Другое дело. Тебе твою другое бутылку дело принести. Трёшь листики. Нет. Точно осталось. Это произошло, возможно, уже в космосе. Удачно, кстати, гид закинули. Но я знал, что тебе понравится. Гопсит. Кто сообщал о гранатах? Открой ящик с едой. Не, фасран, я не пробовал. Для нас. Да, на ютубе будет, конечно. Я на самом деле сегодня стрим подрубил. Для того, чтобы ютуб прокормить дальше еще несколько дней. А что в гейте? Бритген Нункимент. Экипаж я была вынуждена инициировать конец смены и отлет на ЦК, так как ГТА, а также прошлый ГСБ решили впасть в кому, поэтому во избежание возможной эпидемии ССГ мы улетаем. Капти ин леонитюр. Надо вернуть тело! Зыр возле телепротной. Филарь. Экипаж. Ужас. Спасибо всем за смену. К сожалению. Ты, дружок, такой вопрос тебе. Давай. А как демонтировать дверь, нахуй? Снять ее, что ли? Да, снять дверь. Ну, бля, если честно, я себя выбиваю, нахуй, никогда его не снимал. Я себя выношу просто и все. А так, как снять? Ну да, дать ей пизды, после этого через Ctrl вытащить, да? Ну да, типа, это самая базовая хуйня, мне кажется. А так, как снять, прям, снять, я даже не знаю. Ключами, может, какими-то? Может. А зачем тебе? Просто спросил. Ага. Сотрудник Роскарни в темных глубинах квартирнистер помещен в грехах. Да, сейчас повписываю вас. Требуются ваши эксперты. Разбирать полноценно запаришься, говорят. РЦДшкой можно. Ну, РЦД это путь слабых, да. Это путь слабых, я согласен. Наверное, которого можно продать на черном рынке. Поэтому выбивай, короче, блять, и не парься. Угу. Выноси ее нахуй. Так, раз. Мэри Грей Смоук сейчас тоже впишем. А ты проходил киберпанк, кстати? Иду. Проходил я киберпанк, да, конечно. И как там тебе сюжет? Нормально. Нормально, да? Да. Так, этого тоже вписал. Да, ребят, можете сейчас брать, пока раунд заканчивается. Типа, я потом вписывать просто не буду, мне не будет времени. А, точно! Синдикату можно продать. Взрыв-мостик. Взрыв-мостик. Ебать, мостик взорвали нахуй. А ты в гостах сейчас? Да, я думаю, что подзалагало так. Там веселуха, да? Я не знаю, сейчас посмотрю. Угу. А, не, хуёвая. Хуёвая веселуха? Вообще, хуй, даже не взорвали толком. А, ебать, что я вижу. Ебалово? Ебалово. Как это, Стас, как такая?
О! Заварить дверь, отвинтить панель, отрезать кабель питания, так, чтобы питание отрубилось. А вот ты были подняты, а потом ломик и ключ. Мы все умрем. Спасибо. Я подсяду. Конечно. Спасибо. Кто я вижу, чел? О боже, а сколько ж там этот адренал действует, блядь? Бегает кто-то. Попробуй, брат. А это наша цель, смысл. Подойдите к теке под генетикой. Это его полный пиздец. Вкусно. А как адренал так много дает? Так его, если им передознуться же можно. Зашибись. Если ты будешь его... Нет, я понимаю. Нет, чел въебал адренал, да? Его стукнули стан-бутин дубинкой три раза, и он встал. Подряд три раза дали стан. А, оно один юз сбивает, короче. Типа, не бывает накопительного эффекта у стана, понял? Там регистрируй только, ну, типа, один стан, тебя выбивает на 7 секунд. А когда ты взяешь адренал, он все скидывает. Пиздец. На глазах одна кости в ДСЕ ору, блядь. Это морут, блядь. Дурка. На нахуй. Мне теперь самому интересно. Ебать. Я такую хуйню вижу. Уже адренал длится, блядь. Очень долго. Да, он, наверное, ПКД просто вязается. Минуты 4 уже. Потому что ПКД вязается. Там, знаешь, там, короче, такая хуйня, как кровь, знаешь, заливают пакет. С помощью пистолета, адренала и станпрода выебал щита капитана СЕ СБшника в очень узком пространстве. Ну так, интерну, рабаст, значит, легко. Рабаст. Супер легко. А еще патронов у него, конечно, пиздец дохуя. Рабаст, получается. Опа, все, пизда. Но опять адренал, он вечный, блядь. Надо было с ней прыгать. Очень плохой отстрел, кстати. У него капельница, скорее всего, с адреналом. Нет, нету. Уберите свет. Капельницы нету? Бля, вот сейчас, похоже, все и закончится. Привет, Фейтлесс. Тебе привет, Макс. Спасибо. Как истинный хищник. Еще и этот вызов шатла дурацкий. Тупик, хуёво. Убили СЕ. Жесть. Как же мне плохо. Что происходит? Палево найдут в этом шкафу. Точно найдут. В тех, как шкаф засел. Уже идут. Что ты не видишь? Надо выходить раньше. Да, хорош! Ну, вошла, ебать! Блять, я это все пропускаю. Инженер говорит, что они даже еще цель не выполнили. Ага. Приходите на космику! Перепутал Сикей. Ну, блять, пиши хули. Надеюсь, не прибьют там на ЦК. Ебать, а остальные не пошли, долбоёбы. Три офицера было, блядь, одного отправили, остальные пошли, не пошли, вышли нахуй, съебали стека. Если из лобби не могу попасть на прайм, значит, попробуй, нет, попробуй обновить бьонд. А кто там, классический трейдер, да, у нас? Да, классический, похоже. Либо генократ, это одно из двух. РД тоже трейдер, очевидно. Кстати. РД кто? Уёбок. Это база. Ну, база. Ковинчики утащил куда-то ботаника. А эти, чтобы дышать... Тут чистое пиво. Сердце происходит по винтику! Чтобы не улететь. Это РД? Я дышу! Как? Маску натягиваешь на лицо. Могу дать что получше. РД игнорит станы на похуй, потому что у него костюм РД, в него его не застанет. Так, отлет через минута 30. Закончился адренал. Карту скинул, чел. Ну и вот тут сейчас насколько срочная служба СБ, потому что чел без майншилда идет. И... Срочная. Срочная служба!
срочно, ясно, нужно. Кто это у нас лежит, друг. Такой срочничек? Прости. Это Хоуп Кирвский. Так, ой, яишко, яишко какая, залочила дверь. У нас тут грустные моменты, блять, прощание с клоуном. Детективу пизда. Ой, хорошо, буйк выебали. Блять, ебать, чел, я такое вижу. У нас клоуном прощение. А, все, РД фул ебак. РДС, я его баню нахуй, в пизду пошел. Что случилось? У него, как ты думаешь, что? Что там? Бомба дерьма ебаного, блять, вот что. Хотя ты знаешь, блядь, может, и не баним. Они же занерфлены, нет? Блять, у него бомба на щелчок на эту хуйню. И бомба, блять. У него карп, бомба на щелчок. Бомба на щелчок с синплотью, блять. Так оно ж не работает, как раньше, не? Все работает. В смысле, мы же меняли этот. Вот, у меня же память нельзя. Хочет, пожалуйста, блять. А как? Вот так. Я должен это увидеть. Похуй, я в гасты выйду, гасанусь. Да уже поздно, там все в библиотеке произошло. А, да? Да, РД, который сейчас уходит, это фул ёбок, типа. Это прям уёбок по всей своей массе. А как их зовут? У него еще никнейм. Гуляющий среди вечных звездных полей, блядь. Типа это ультра гнида, понял? Чел, подумай, только думай, это чел РД. А, это в Рио РД, блядь. В Рио РД имеет бомбы, нахуй, на отталкивание, которые на щелчок. Бомбы на пердёж, которые, блядь, синфлоти выбрасывают. И только одному богу известно, что у него есть. Это такая гнида, блядь. Просто ультра гнида. Самая мерзкая гнида, возможно, только на станции, которая... Вылечимся на цикаре. Типа ненужный элемент. Помогите. А, я понял, в чем дело. Ага, увидел. Я скажу, на что у него бомбы, потому что я эту хуйню видел. И то, блядь, чуть не сдох, представляешь? Чуть не сдох. Блядь, детектив мимо проходит, все мимо проходят. Это стойки, это кричат, блядь, засрали всю ленту этой хуйнёй. Я понял, что это лир, чат, я понял, что это лир. А, это лир, угу. Не удивлен. Угу. Вообще не удивлен, блядь, вообще. Я посмотрел в сети. Вообще не щелкает, 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 пердит, пердит, щелкает, пердит, пердит, щелкает, пердит, быстрее, быстрее, кнопочки, кнопочки. Бля, все, намайшил бомбочки, блять, отлично. Бля, подожди, они же не должны были работать на щелчке. Ну мы же их выпиливали, если не ошибаюсь. Ничего с ними не делали. Они так же работают? Абсолютно так же. Ага. А я думал, ты занерфил их? Нет. Я типа, у меня просто горит на них, понимаешь? У меня для Но меня это легкий люди, путь, которые, ты же знаешь. Да это не супер, это не легкий mm-hmm. путь. Это вообще не путь. А какой это путь? Это, блядь, это не путь. Ну, типа, ты серьезно делаешь такие бомбы, да? И пиздец. У нас даже есть супер, типа, если ты хочешь вайпнуть всю станцию... Ох, смотри, ебать! Чё? Что смотреть? Ну, блядь, там трейдер вылез, короче, шкафчик, его застанбатонил. Но под инженерский. Ну все, тут битва пошла, двух трейтеров. Двух трейтеров, блин? Да. Сейчас бомбы будут, но придешь снова. Опа, опа, пошли, пошли, пошли. Так, бомбы на пердешь. Готовим. Щелчочек, отлично. А почему стан не проходит? Еще щелчочек. Быстренько, щелчок. А почему стан не проходит? Он же попал, а во, прошел. В адренале, потому что. Ага. О, все. Блять, проебать с бомбой. Освещение. Эвакуационный шаттл отбывает через 45 секунд. Намайчить все, что есть в станции. Как бездарно проебать. Я ебу, блять.
Господи, блять, я не хочу это видеть. Это слишком. Надо успеть посмотреть на шаттл. Блять, как же это жалко, нахуй. Модо. Нет слов, блять. Кстати, заметил, как Стечкин ебет? Да. Он так кто разъебался этого Стечкина, щита разъебал. СБшника, капитана. Это Маркели, кстати. Разъебно, разъебно. А еще, кстати, у него этого адреналина до хуя вообще. Приоритетное оповещение. Эвакуационный шаттл покинул станцию. До прибытия в доки ЦК осталось 2 минуты. Подожди, или это... Леха, ты в меня попала! Нападение на СЕ, но это, наверное, тоже трейтер. СЕ ебашил как раз вот этот вот, Маркели. Ага. Да, это контрактор. Время, РД, как дела? А, у нас был вампир, контрактор. Бля, чел, это пиздец. Подам баху за 5000 кредитов. Это же трейдерство РНД, Макс. Новинка, что ли? Трейдерство РНД это одно. Трейдерство РНД с этими бомбами дерьма. А... Я понимаю, он твой типа ультрадонатер, но это типа... Да для нет, если, это... ты если ты хочешь, ты можешь что-то сделать. Для типа. Меня это такое... Это даже типа... Если такой чел делает грин, для меня это даже не грин. Угу. Это не путь. Типа на матче эти бомбы нанюхает, напердёшь, нащёлкает, хуёлкает. Это типа прям... Ору, бля. Если ты прям... хочешь применить меры, Макс, типа, ну, не... Ору. Ебашь, типа, ну... Это не запрещено, понимаешь? Mm-hmm. Так я про то же. Это не запрещено, чтобы принимать какие-то меры, блядь. Ну, ничего не мешает мне насмехаться, блядь. Такой человек никогда в жизни ничего не сделает с нормальными айтемами вне РНД. На уборщике он ноль, понимаешь? Я... А Маркели на шахтёре со Стечкиным, блядь, вообще... Му, красотишка, блядь. Ну, просто стамбатон Сечкин, факты. А если ты возьмешь карпа, антислип ботинки и захуяришь эту бомбу себе в жопу, да, на щелчки, так. Все, ты непобедим. Мудак. Ну да. Это подсказка, да, на будущее. Ну, типа, что с тобой сделаем? У тебя карп. Ты отбиваешь все, что в тебя летит. Даже ракеты. Ты не подскальзываешься. Угу. У тебя бомба на щелчок, когда к тебя станет, ну, типа... Донюхался повреждение анального фильтра. А забрать возможность щелкать пальцы, да, когда лежишь. А, так это нормальная практика, когда ты встанешь. Я давно это предлагал, типа, на меня тогда еще давай, наверное, пиздели. Делаем, нахуй. Когда ты встанешь, ты не можешь щелкать или что-то типа ну этого. Ну да, так, я тогда это предлагал, на меня, блядь, тогда чуть с говном не смешали, нахуй. Кто? Кто? Да, блядь, ну типа какие-то типы в чате. Забудь про них. Делаем, либо неплохо. Блять, что я только что видел? Я даже, блядь, хочу это развидеть уже, знаешь? Для меня просто это настолько легкий путь, и даже туда обосраться. Украсть, смотри. Квинкли, Рокси Валентайн. Крови насосал. Библиотекаря убить и украсть Батев Вест. Все готово. Мудак. Гринчик. Карготехник. Джеймса Ульрика убить, украсть гипоспрей, съебаться, тоже есть. Смотри, два Стечкина, он хотел с двух рук стрелять, ты видел? Сейчас, подожди. Он купил два Стечкина, глушителя адренал. И магазинов. Один громкий, один тихий, наверное. Так там глушитель, блядь. Подожди. Мне кажется, он проебал один. А, наверное, Стечкина, да, да, наверное, проебал. Да-да. Ботаник почти готова. У нас тут раз, типа, несколько этих. Трейтеров до хуя, кстати. Так у нас онлайн 80 был. Это жестко. Ебать, это костюм Годзиллы? Ясно. Значит, СП поняла. Блядь, чел, нет слов. Так, принял в Рио ГСБ, допустим, стали трейтера ВД. Взял в руки револьвер и выстрелил голову и сам себя его захуярил. Да, еще раунд будет, ребята. Не знаю, я типа никогда не искал. Я хотел в одно время в РНД поиграть, типа, но я как-то эту мысль откинул. Да, РНД это в принципе, как ты сказал, легкий путь. Да, это типа, легкий путь, действительно. Все возможности без ТК. У тебя есть все возможности. Это правда. Без ТК, типа. Интереснее типа за клоуна грин сделать. Есть вот это интереснее. Да, но типа знаешь, я по крайней мере не презираю РНД трейдерство. То есть если РНД там человек себе напечатал, там не знаю, хотя бы имплантов, то это его право, хуй с ним. Это слабый грин, но это грин, но это слабый, конечно, да. А вот эти, которые бомбы в жопе, блядь, нанюхают, это прям типа чел, чтобы тебя в игре не было, камон.
Это ультралегкий путь. Просто я сейчас, знаешь что, я вот единственное смотрел. Раньше такая хуйня была, что когда ты вот эти гранаты юзаешь, типа, ну, на щелчки, тебя может это убить, блять, об стенку. Сейчас почему-то урона не было, значит, это хуйня понерфленная, скорее всего. Все, будем искать, наверное, кто встанет, когда тебя станет, если ты, ну, типа, ну, под током, да, как тебя током пиздят, типа, стан-батон и все остальное, чтобы ты не мог нихуя делать. Это нормальная тема. Кстати, справедливо будет даже, что ты кричать не можешь, потому что да. Ты кричишь, у тебя все... Там... Да, типа, это хуйня. И вот мы с тобой одновременно, как две ПП-ки, блядь. Ты у себя за столом, я у себя... Сыпься нахуй. Это опять АПСБ. А, кстати, надо у СБшников позабирать комбат, блядь, эти перчатки. Им повыдавали, короче, комбат перчатки с нулевой. Ну, блять, они ток не проводят, понял, короче, вообще теперь, ну, там, СБ, блять, хуй, что сделаешь ему с этими перчатками. Я как-то их и не пользовал никогда. А, потому что их не было тогда, а сейчас они с нулевой есть в ящиках. Заберите. Нет, дело в том, что там есть пара изолек, если надо, наверху всегда, на полигоне, где обезреживать. Ну, а сейчас, типа, добавили, изольки нахуй не нужны, типа, у нас есть комбаты, давайте всем комбаты. Не с нулевой, а где они? Чел. Вооружейки, типа они. Что такое? Я... Это было прекрасно. Я в жизни, я пишу в телеге, не видел ничего прекраснее. В телеге, в Дискорде. Чем это, да, в Дискорде. Карпа у него вроде не было. Карпа не было вроде. Карпы грены. Подожди, или было? Не обратил внимания. Хорош, ебать, разъёб. Так. Я респектнул этому типу со Стечкиным. А Стечкину подняли урон? Я так и не понял. Или не подняли, блять? Просто был такой разговор, что... Я одно время у него был. Я тоже помню, что мы хотели. Да, мы хотели сделать ему больше урона, типа, потому что это огнестрел, типа, блядь. А что с адреналином, блядь? Ну а что адреналин, типа, ну. Я хочу знать. А что по адреналину? Это РНДшный адреналин, который ты себе всовываешь в вену, блядь. Да. Я про весь юзанул. Или осталось? Там же, ты же говоришь, несколько использований. 3, по-моему, да? Да. Ну, если имплант, то да. 2 в телепортной, да. И 1 в библиотеке. Надо будет найти чувака. Надо нам кодера какого-то найти. Как думаешь, кого взять? Может, Валату написать? Да, Валат заебись сделает. Предложу. Если что-то занерфить, сразу к Валату, нахуй. Здорово. Нам нужно бы сделать такую фишку, чтобы человек, который в стане, не мог кричать и вообще пользоваться эмоут-меню.